Проводится выставка в третий раз и собирает десятки представителей монастырей, храмов, подворий и православных организаций со всей России. Постоянные участники выставки приезжают в Сочи, чтобы предложить горожанам монастырскую продукцию, а также принять молитвенные прошения, которые будут переданы в отдаленные обители. Специально для выставки «Православие и мир» в Сочи доставили одну из самых почитаемых в православном мире святынь – ковчег со святыми мощами великомученика и целителя Пантелеймона и Ванифатия Римского. Поклониться мощам святых угодников Божьих приезжают сотни паломников из разных регионов России. Отдельная часть экспозиции выделена под продовольственные товары монастырских и приходских хозяйств, а также частных фермерских угодий. До 7 сентября здесь будут выступать священнослужители, пройдут презентации книг и картин православной тематики, будет звучать духовная и русская народная музыка в исполнении духовных и светских коллективов. Православная выставка работает с 11 до 19 часов в выставочном центре «Сочи-Экспо» на Несебрской.